с детьми проводит время в больнице, бывает не один час, пока проходишь медосмотр особенно. И такая зона нужна. Конечно, очень важно, чтобы был мягкий пол, очень важно, чтобы были игрушки, которые не будут биться. Может быть, это могут быть деревянные игрушки, они... ну, как бы дольше служит. С просьбой обустроить детский уголок в первом педиатрическом отделении поликлиники на улице Говорова к депутатам-единороссам обратились одинцовские многодетные мамы. Народные избранники осмотрели зону, где возможно провести обустройство. Работы проведут в рамках партийного проекта «Добрая комната», который уже успешно реализуется в Одинцовском округе. Мы понимаем все, что ребятки приходят, они очень активны, им немножко нужно занять. И поэтому то, что возможно и можно, мы здесь постараемся осуществить. Это сделать небольшую такую детскую зону, чтобы она была интересная. Ребятишки здесь какое-то время небольшое могли провести. По предварительным подсчетам, средств на реализацию проекта потребуется немного, зато у детей и родителей появится комфортная зона для игр с мягким покрытием и развивающими игрушками. Депутаты говорят, это лишь первый шаг. Обустройство уютного детского уголка планируют продолжить. Я считаю, что, конечно, в каждой поликлинике она должна быть. Более того, она должна быть максимально такая вот, обустроенная, комфортная, неформальная, а именно, чтобы дети, пребывая вот в медицинском учреждении, чувствовали себя больше, скажем так, как дома. Сегодня в детской поликлинике работают профессиональные врачи, есть необходимое медицинское оборудование, сделан ремонт. А в доброй комнате малышам станет легче ожидать приема у педиатра. Естественно, иногда детей нужно чем-то занять. Очень сложно просидеть на коленях у матери, потому что некоторые очень непоследливые бывают детишки. Поэтому мы благодарны, думаю, очень, что у нас будет такой проект в детской поликлинике. Обустроить очередную добрую комнату в детской поликлинике планируется в течение месяца к Международному дню защиты детей. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».